ЦСКА Баскет Шоу Pre-Game. Перед игрой рядом со мной Никита Курбанов. Я ваш ведущий Евгений Седых. У меня есть задание для наших ребят. У меня есть фото. Вот такое вот фото. Есть 4 человека. И вопрос таков. Кто из этих людей не может найти себя в баскетболе и по какой причине? Заго. Заго cannot play. He's too small, but I think he's not quick enough to play basketball. Игорь Акинфеев, вратарь. Алан Загоев, полузащитник. Таких позиций нет в баскетболе. Они просто не могли бы там принимать участие. Немножечко каламбурная такая логическая загадка. Кто из основы ЦСКА пропустил последние 2 игры? Курбанов, Холден или Маркус Браун? Вы меня удивляете, вы следите. В каком году была основана станция метро ЦСКА? В 2007, в 63 или в этом? Открыто. В этом. Что происходит? Хорошо. Последний вопрос, и вы можете выиграть ничего. На какой высоте висит баскетбольное кольцо? Это ей вопрос, подождите. 4.19, 2.47 или 3.05? Вам вопрос. 3.05. И вы отвечаете на все вопросы абсолютно верно. Вы ночные снайперы. В баскетболе есть тоже снайперы, знаете, да, таких людей, которые хорошо попадают в кольцо. Атакующие игроки. Есть вот такие фото, я покажу их сейчас зрителям. Как внешне можно охарактеризовать снайпера? Вы можете сказать, кто из этих людей вот снайпер в нашей команде? Штатный такой человек, который много забивает мячей в корзину 3-очковых. Я сейчас пролечу. Ничего страшного. Я сам не знаю, кто эти люди. Серьезно? Конечно. Вот этот. Он снайпер? Да. Ну, тут их, ну, в принципе, да, наверное, Семен хорошо. Это Семен Антонов, он сегодня будет играть. Молодцы, вы угадали, снайпер номер 2. Покажите еще раз картинку, посмотрите на нее. Вы хотите посмотреть, на кого я смотрю? Да, конечно. Нет, давайте. Ну, вот, есть ли какие-то внешние признаки? Снайпер какой должен быть? Хладнокровный, рассудительный. Ну, это вот Нандо Деколо. Это главное. Это был мой второй. Да. Это был, я вам серьезно говорю, это был мой второй. Либо вот этот, либо этот. Я угадала!